Барнульский автовокзал отменил сегодня более 20 междугородних рейсов. Причина – почти арктические морозы, которые накануне пришли на Алтай. Сегодня в некоторых районах края столбик термометра ночью опустился до минус 40-45 градусов Цельсия. Днем же он не поднимется выше 30. В Барнауле днем ожидается до минус 32, причем ощущаться это будет как ночью. Возможен мороз до минус 40 и даже ниже. Виновником холодов стал устойчивый арктический антициклон, накрывший всю Сибирь. Причем, по данным синоптиков, он сохранит свое влияние в ближайшие 5 дней. Местами по краю может быть до 50 ночью. На дорогах местами возможен гололед. Как нам рассказали в региональном МЧС, все службы находятся в режиме повышенной готовности. При необходимости на междугородних трассах будут открыты пункты обогрева для водителей. Но пока обходится без серьезных происшествий. Спасатели советуют водителям в течение ближайших дней воздерживаться от дальних поездок.